Я думаю, что Бах и Шопен, они, во-первых, родственны тем, что они имели оба невероятно добросовестное отношение к материалу и к своей работе, да, постоянно перфекционировать это. При этом, конечно, Шопен, благодаря своему молодому возрасту, в котором он умер, благодаря болезни и благодаря новым условиям, написал значительно меньше, но он старался совершенно отработать каждую из своих вещей в смысле голосоведения, в смысле формы, и, конечно, так или иначе, в смысле красоты музыки, что имеет силу, конечно, и для Баха. Насчет того, что они композиторы, они относятся к числу великих композиторов, то есть тех, которые композитор не может быть великим, если он не затрагивает фундаментальных каких-то проблем человеческой экзистенции. Ну как, Бах мертв, нет, я бы так не мог сказать. Вся его жизнь главным образом заключалась в музыке, да. Музыка его жива как никогда и становится все более популярной. Я совершенно не знаю, как я играю Баха. Я очень люблю эту музыку, да. И, конечно, стараюсь в это вложить все, что я могу. А совершенно это не моя проблема судить о том, насколько это хорошо или плохо получилось. Да, это вопрос, кому он нужен. Я, конечно, уверен, что он очень сравнительно еще многим людям нужен. Да? И моя большая надежда, что это будет еще долго длиться, что он будет довольно многим людям нужен. И более того, я такой оптимист, что надеюсь, что вообще вся великая музыка сохранится в памяти человечества или будет нужна людям еще долгие-долгие века. Но это, конечно, оптимизм. Да? Гарантировать я вам это не могу.